Санкции в отношении России останутся в силе, пока она не уйдет с востока Украины. Об этом на встрече ОБСЕ заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Сегодня он также обсудит ситуацию в Сирии и Украине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. С подробностями из Вены мой коллега Владимир Рунец. Встреча уже началась. Все 57 министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ уже прибыли сюда, в Вену. Они уже начали свою общую встречу. Где-то в перерывах должны встретиться и госсекретарь США Рекс Тиллерсон с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Ожидания от этой встречи на самом деле огромные, потому что в последнее время российско-американские отношения значительно усложнились. Это связано и с событиями в Украине. Мы знаем, что в Белом доме продолжают заявлять о том, что не будет нормальных отношений между Соединенными Штатами и Россией до тех пор, пока Россия не прекратит поддерживать вооруженных боевиков на востоке страны и не вернет в Крым.